Если вы ищете захватывающее произведение и любите творчество Ханса Кристиана Андерсена, то можем смело порекомендовать вам сказку «Стойкий оловянный солдатик». Вместе с главным героем, оловянным солдатиком, вы отправитесь в путешествие и испытаете много разнообразных ощущений и даже будете сочувствовать игрушке. Герой сказки пытается познакомиться с прекрасной танцовщицей, но злой тролль мстит и чинит ему смертельные препятствия, из-за которых солдатик побывает в опасном морском путешествии и спасется из брюха рыбы, в котором кухарка найдет его. Что же случилось с солдатиком и танцовщицей под конец, вы можете узнать, прочитав сказку Ханса Кристиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик».